Итак, небо вчера сделано. Сегодня мы приступим к воде. Подложка высохшая. По ней можно хорошо ложить краску. Итак, будем делать замесы, подборы, накладывать и стушевывать. Но еще раз решил небо более близко снять, чтобы показать, что мазков нет, не видно. Есть только прорисовывается одна фактура холста. Все очень мягко и нежно. Так, цвет первый замес подобран. В этот раз я вместе с краплаком немного добавлял английской красной. То есть эффект тот же фиолетоватый, только слегка приглушенный и более благородный. Для моря это как раз будет. И как вчера с небом, начинаем закладку основных плоскостей. То есть закладываем плоскость. Везде оттенки будут отличаться, а потом будем стушевывать. Постепенно плоскость закрашивается краской. Разные оттенки, цвета. Еще чуть-чуть и будем стушевывать. Но стушевывать не так глянцево, как небо. Чуть более жестко, потому что сверху будет накладываться еще мазки, когда высохнет слой моря. Уже блики, тени. И необходимо, чтобы хоть какая-то фактура, нижележащая, напоминающая структуру моря, просвечивала сквозь эти верхлежащие мазки. Обвод плоскостями цветными всего пространства завершен. Теперь мы будем стушевывать цвет одним с другим. Но будем делать это не так, как я уже говорил, гладко и глянцево, как небо, а более жестко. Здесь будет тень от лодки сюда идти. Обычно я прокладываю коричневым, а потом накладывается уже тень цвета предмета. Но здесь в этот раз так не получилось, будет чуть-чуть по-другому. Тут мы нагоним чуть-чуть свет туда, где будет тень, чтобы не было, чтобы не просвещалась явственная граница. Можно даже пальцем или кистью. Все равно важен результат. Пропуски, где просвечивает прописка цветная вчерашняя, мы замазываем, но цвета различных оттенков синего, фиолетоватые, синюшные, с желтым оттенком, мы резко не стушевываем до полного отсутствия границы. Все-таки эта вода, она имеет более жесткую структуру, чем небо. Поэтому лучше оставлять эти всякие жесткие смешения, потому что и будут еще идти мазки сверху бликов, и одно будет помогать другому. То есть, работая сейчас, нужно думать о том, что будет завтра, послезавтра, как это поможет завтрашней работе. То есть, нужно облегчать себе сегодня завтрашнюю задачу. Это была очень тоненькая кисть, но от растворителя синтетика бывает, она расползается в стороны. Бывает, такую кисть хватает только на неделю работы. Но когда она вот так расползается во все стороны,
эта кисть становится уже для второй функции. Ей можно хорошо растушевывать. Поэтому если кисть испортилась, не торопитесь выбрасывать, ей еще можно хорошо поработать. И еще хорошо, что синтетика не так быстро стирается, как это происходит с естественным ворсом, колонок или белка. Чтобы стереть синтетику, нужно сильно постараться. В связи с тем, что вода и блики имеют более-менее горизонтальную структуру, то и тушевка в данном случае преимущественно происходит в горизонтальном направлении. Чем больше в воду, можно больше нюансов цветовых добавлять, чем в небо. Фактически отражение в воде — это тоже небо с теми же оттенками и цветами, только в другой тональности, несколько темнее и более рваное, как мятая фольга. Куча бликов, плоскостей, отражений, рефлексов. Микромазочки можно оставлять, они будут дополнять те блики моря, которые будут сверху на них налагаться, как уже основная структура воды. Таким образом мы делаем первую часть работы над водой в этой картине. Даже когда будет произведена сегодня стушевка, если вы увидите, что еще кое-где необходимо добавить какой-то оттенок по-свежему, это удобно будет сделать. Даже когда подсохнет, можно сделать как бы по-сухому протирки некоторых оттенков и протереть их пальцем или поролоном, как бы сухая лессировка. А уже потом будет идти основная работа по бликам. Это первое видео по морю, потом чуть позже, когда она высохнет, будет видео по второй части моря, где уже будет завершение этого процесса. Завершение более долгое, потому что необходимо будет повторить более-менее мазки автора, делать отражение лодок. К сожалению, возможно, видеокамера не может показать тонкости оттенков. Простая любительская видеокамера. Тональность, поэтому все довольно условно на видео. Вот и подошла к концу сегодняшняя работа над водой. Цвет друг с другом
стушеван. И необходимо теперь ждать, пока он достаточно высохнет, чтобы сверху можно было налагать блики, рефлексы, ну, копировать дальнейшую работу. Здесь чуть более грубая работа, чем небо. Здесь необходима фактура. Чуть-чуть.